приглушенный свет, гитара, песни и стихи о Великой Отечественной войне. Актеры театра «Наш дом» провели концерт, посвященный героям войны. Сегодня в театре «Наш дом» мы слушали очень интересную концертную программу в рамках проекта «Герои Химок», которая была посвящена Великой Отечественной войне. Мы слушали стихи и слушали песни авторов военных времен. Август 1942 года стал временем тяжелого кризиса для Советского Союза. Враг на юге стремительно продвигался вглубь страны. Но, несмотря ни на что, наши бойцы сохраняли высокий боевой дух во многом благодаря творчеству. Мы рассуждали о том, как создавались песни, стихи, как они рождались, в каких условиях. И, наверное, главным лейтмотивом сегодняшнего вечера была мысль о том, что, несмотря на такие тяжелые годы для нашей страны, много творчества было написано в мажорном ладе. Проект «Герои Химок» стартовал 9 мая. Памятные концерты и театральные выступления проходят по всему городскому округу. Их проводят в общественных местах, скверах, парках и во дворах. Посетить мероприятие может любой желающий.